Русского собора. В нартекс, простите, правильнее так говорить, да, или придвор Пицунского собора встроен небольшой погребальный храмик. Пусть вас это слово не смущает, храмик, но по-гречески это париклисион, небольшая церквушка. Зального типа с полукруглой апсидой, вы его сейчас на экране видите, вот как раз в западном придворе Пицунского собора вот такая маленькая церквушка существует. Теперь, значит, стены и своды этого погребального храмика покрыты достаточно хорошо сохранившимися до нашего времени фресками. Я здесь как раз вам демонстрирую, значит, один из фрагментов этих росписей. Далее. В алтарной части над литургической нишей жертвенником до 70-х годов 20 века была видна полустертая четырехстрочная, простите, греческая надпись, выполненная белилами по общему для всей росписи серовато-синему темному фону. Вот эта фотография, сделанная мною в 2017 году, к сожалению, туристы-вандалы вот с помощью граффити таких полностью уничтожили эту надпись. Теперь, значит, самое раннее упоминание греческой надписи из погребального храмика. Она принадлежит Фредерику Дюбуа де Монпаре в его известном труде «Путешествие вокруг Кавказа», Париж, 1839 год, он сообщает следующее. «Маленькая часовня, я цитирую, выстроенная отдельно от края большого придвора, в настоящее время, 1833 год, об этом идет, да, дата, значит, это имеется, занята под пороховой склад». То есть российские военные части, когда взяли тогда Пицунду, вот эту часовню превратили в склад для пороха. Заслуживает особого внимания эта часовня. Часовня эта со сводами, ее своды и стены покрыты фресками. Они очень хорошо сохранились и представляют сцены страстей Христовых с изображениями святых и надписями на греческом языке. Я переписал самую главную из этих надписей, находящуюся на поле ниши. Вот перевод ее, сделанный господином Газе из Института Франции. «Помяни, Господи, отца Кира Баурафа, служителя Бога, который соорудил этот храм и купол, и помилуй католикоса во время воскресения его из мертвых, вместе со всеми людьми, о Бог всезнающий, исполни это моление лето или год седьмой». Значит, последующие авторы, упоминающие эту же надпись, это следующий. Андрей Николаевич Муравьев, он посетил Пицунский собор в 1847 году. Кстати сказать, он нам оставил, на наше счастье, потрясающее описание всех росписей и тех, которые, к сожалению, мы потом после него потеряли. В 1851 году Мари Брассе впервые публикует расшифрованный греческий текст со стены этого храмика. Далее грузинский историк и археолог Дмитрий Баградзе. Далее русский востоковед, византолог и археолог, епископ Порфирий Успенский. Значит, он в 1877 году написал специальную заметку об этой греческой надписи. Далее историк и археолог Николай Никифорович Мурзакевич. Следующий автор, филолог, классик и археолог Иван Васильевич Помиловский в известной его работе. Далее российский исследователь в области церковной археологии архимандрит Леонид Кавелин. И, наконец, профессор греческой словесности Петербургского университета Гавриил Спиридонович Дистунис. Значит, сравнительный анализ вот вариантов копии и прочтения греческого текста, предложенный вот всеми вышеперечисленными авторами, значит, разбор вот, и анализ проводится, были изложены мною в докладе, который я представил на 5-й международной абхазской археологической конференции «Сухум, ноябрь 1917 года». Но, к сожалению, материалы этой конференции вышли только в 2022 году, хотя написан 2022, но вышли в 2023 году, в прошлом году. Вы видите как раз вот, значит, обложку этого издания. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что за это время осуществилась новая находка. Вот.
На просторах интернета я неожиданно встретил фотографию этой греческой надписи. Что-то меня в этот момент отвлекло, я человек ответственный в этом смысле, всегда сохраняю. Потом я его потерял, потом я искал в фондах Государственного исторического музея Москвы, оттуда эта фотография. Потом они начали новый, значит, сайт его переделывать и так далее. В общем, я поручил студентам, вот здесь присутствует Милана Шамба, которая за один день нашла мне эту фотографию, которую я искал ровно 4 месяца. Да, сама поделала. Перелистав каталог этого музея, значит, я сейчас не вру вам, где-то около 40 тысяч экспонатов я просмотрел, успел, да, но потом Милана мне помогла. Так, к чему я говорю, вот здесь, к сожалению, сейчас вы на экране это плохо видите, но у меня на компьютере это лучше, здесь совершенно четко видны 4 строки этой греческой надписи. Значит, фотография была сделана, хранится она в фондах Государственного исторического музея в Москве, выложена в открытом доступе, была сделана в 1880-х годах неизвестным фотографом. Значит, в самом электронном каталоге названного музея экспонат обозначен следующим образом. Пицунда, надписи на стене предела храма. На самой же фотографии, вот если вы обратите внизу, там есть прописью, значит, надпись сделана, очевидно, фотографом. Там следующее, следующее мы читаем. Пицунда, греческая надпись в маленьком пределе главного храма. Значит, в 2023 году я вернулся к теме греческой надписи Пицунского собора и с помощью вот этого фотоснимка, который я вам представил, осуществил собственное ее прочтение. И вот здесь вы видите 4 строки этой надписи. «Мне святы кирие ту зулю ту феу параскива». Дальше здесь символ пропуска нескольких букв. «Урафу он и писан тон иерон кетон турлеон». Далее третья строка. «Эн винастиан ту тирану кафолику эвдемоно». Здесь пропуск тоже. И дальше четвертая строка, где есть пропуски в начале предложения, в конце. Кирие геновски стопандеке плеросис авта эти эфта. Значит, в статье, которая выйдет, я привожу подробный анализ. Здесь только замечу, что автор этой надписи допустил немало орфографических ошибок, когда он делал эту надпись. Перевод звучит следующим образом. У вас на слуху уже прочтение, значит, Фредерика Дюбуа, точнее Газе, а вот перевод, который я вам уже предлагаю. «Помяни, Господи, раба Божьего Параскеву, урафа, то есть зоограф или живописца, который устроил святыню, то есть храм, и турлеон, то есть купол, во владычество тирана», ну, это условный титул, «господина, владыки, католикоса и евдемона, ты, Господи, знаешь все, и воздай за это год 7000». Вот подробному разбору содержания греческой надписи, то есть кто это католикос, значит, евдемон, сколько этих католикосов абхазских было с таким именем, кто этот Параскева и так далее, посвящена большая часть нашей статьи, которая будет опубликована в текущем году в Вестнике Академии наук Абхазии, серия «Гуманитарные науки», номер 14. Здесь же я вам предложу проблему, связанную с датой, которую мы прочитываем в конце надписи погребального храмика Пицунского собора. Значит, об этой дате говорят все авторы, перечисленные мной уже. Значит, и правда, между ними существуют разночтения. Например, Газе, Муравьев, Норов и Бакрадзе, значит, они указывают год 7. Значит, и с другой стороны профессор Дистунис, который указывает год 7000. То есть одна и та же буква Z, данная в этой надписи, прочитывается как и год 7, и как год 7000. Здесь на нашей конференции присутствуют мои студенты. Они могут и без меня вам тоже объяснить, что вся эта путаница зависит от этого небольшого знака, значка, который ставится либо внизу греческой буквы Z при обозначении цифр, либо наверху. Если внизу, это год 7, если наверху, это год 7000. Но в самой фотографии
нету этого значка, то есть либо он утерян, потому что буква Z там обозначена наполовину. Вторая половинка до нашего времени, к сожалению, не дошла. Но мы знаем, что этот автор был греком, соответственно, он мог пользоваться византийской системой летоисчисления. Вот если следовать византийской системе летоисчисления, то год семитысячный соответствует 1492 году нашего современного летоисчисления. Но дату, вот эту дату, 1492 год, мы будем иметь только в том случае, если мы уверены, что в пицунской надписи, где вот эта часть потеряна, после цифры 7, то есть греческой буквы Z, ничего не следует. Если же за этой цифрой могли стоять иные греческие буквы, обозначающие цифры, так называемые изопсифии, допустим, кси и эпсилон, мы могли бы иметь следующую дату. Например, год семитысячный, год семитысячный 65-й, который будет соответствовать нашему 1557 году. А эта последняя дата соответствует началу правления абхазского католикоса Евдемона I. Значит, если же используется другая система подсчета времени, так называемый индиктион великий или хроником, да, который соответствует 532-летнему полному пасхальному циклу. Так вот, если от этого отталкиваться, как это делал Муравьев, то год седьмой хроником, да, должен соответствовать 1320 году. И эту же дату приводит и в том числе автор энциклопедической статьи, значит, на немецком языке, Арнульф Калауц. Дальше. Теперь, это я просто дал какие-то намеки в самой статье, чтобы у вас было представление сложности прочтения этого текста, хотя небольшого текста. Все это подробно разбирается в моей статье. Здесь я просто показал проблему, связанную с датой. Теперь заключение. Имеющиеся данные позволяют нам предположить, что греческая надпись в погребальном храмике Париклисии в придворе Пицунского собора свидетельствует, что во время правления, скорее всего, абхазского католикоса Евдемона I, то есть между 1557 и 1578 годами, Пицунский собор претерпел незначительную перестройку. Были произведены вычинки и устроена новая алтарная преграда. Святая трапеза, престол и лестница на хоры. В нартах, встроен погребальный храмик, усыпальница. Появились новые фрески, целиком были расписаны стены и своды погребального храмика. При этом нельзя исключать, что все эти работы могли быть осуществлены и ранее. Все вышеперечисленные работы были сделаны артелью греческих мастеров. Возможно, они работали в других абхазских храмах, например, в Мукском соборе. Это я говорю на основе анализов специалистов, которые сравнивали сохранившиеся фрески Мокского и вот этого погребального храмика. Работами руководил мастер, архитектор и живописец, грек по имени Параскевас, оставивший четырехстрочную надпись на греческом языке на стене погребального храмика, содержащую молитвенный призыв к Богу и хронологию проведения работ. Далее. Сохранившиеся фрески погребального храмика Пицунского собора, которые стилистически близки к росписям монастырей Святой горы Афон, Греция, это уже утверждение Лео Шервашидзе, известного абхазского исследователя по монументальной живописи абхазских храмов, демонстрируют нам уровень мастерства греческих живописцев. На самом деле очень высокий уровень. Мы не можем знать, кому принадлежала разработка тем и сюжетов росписи погребального храмика заказчику или же самим греческим мастерам. Но изображение двух апостолов, Андрея Первозванного и Симона Канонита, вместе свидетельствует, что либо заказчик, либо сами мастера были хорошо осведомлены об истории христианства в Абхазии. Не исключено, что в гробнице, устроенной прямо под, вот где изображены эти апостолы, значит, сохранил, и эта гробница, кстати, дошла до нашего времени, там могла быть размещена рака с какой-то частью или частицей
мощей или останков святого апостола Андрея Первозванного и Симона Канонита. Некоторые авторы иногда даже говорили, что это может быть гробница апостола Андрея Первозванного. Другие говорили, что Симона Канонита из Афона при упадке перевезли в Пицунду. Но это все всего лишь догадки. Мы ничего точно об этом не можем сказать. Если же рассматривать гробницу, вот эту гробницу в этом храмике, не как место для раки с частицами названных апостолов, а как место погребения какого-то лица, имевшего отношение к Пицунскому собору, то об этом человеке мы, к сожалению, ничего не знаем. Возможно, эта гробница создавалась по заказу абхазского католикоса Евдемона, чье именно это имя упоминается в надписи, да, в качестве его собственного места упокоения. Однако названный католикос умер в Гелате, в Эмирете, и был погребен там же, потому что именно при нем кафедра абхазских католикосов переносится из Пицунды в Гелате, где он устраивает точно такой же погребальный храмик. И этот же погребальный храмик расписывается аналогичными мастерами. И он действительно там упокоился. Благодарю вас за внимание. А вот насчет Мокского Евангелия 13 века. Да. Материал Хокахама, материал вообще Хабхер, картин обратно Хайхан Зиашу. Ну, что касается, я уже много раз студенты, да, мои студенты знают об этом. Значит, сейчас, Джамбул, ты меня уводишь совершенно в другую тему. Да. Нет, просто я сейчас мы уходим, но кратко я могу сказать следующее. Значит, эта рукопись очень интересна. Она для меня прежде всего интересна с той точки зрения. На грузинском языке. Да, с той точки зрения, что текст на грузинском языке, да. Все миниатюры на греческом языке, сопроводительная надпись. Почему такое разночтение происходит, когда создатель один и тот же, место одно и то же? Когда, значит, институт рукописи в Тбилиси издавал, точнее реставрировал эту рукопись 1300 года с помощью Европейского союза и немецких специалистов, они, вы знаете, осуществили издание не текста, а как раз миниатюр. Почему? Потому что они очень интересны, эти миниатюры. Я их, кстати, сегодня использую для абхазского церковного календаря, потому что там все праздники проиллюстрированы евангельские. Так вот, к чему я говорю. Эти издатели, эта работа вышла на трех языках, большая работа, значит, в 2016 году. Да. В этой работе, в предисловии, ни один исследователь не обозначил, почему текст на грузинском языке, а миниатюры, иллюстрации, сопроводительные, значит, надписи все на греческом. Почему? Потому что у меня есть подозрение, что мы можем иметь дело с так называемым палимпсестом, погашенным текстом. Да? То есть, возможно, что на этом Мокском Евангелии изначально мог быть греческий текст, который они погасили. А иллюстрации, это дорогое удовольствие, чтобы их не повторять, их могли оставить. Но для этого нам нужен доступ, прямой доступ к самой рукописи. Нам нужен, значит, анализ этой мембраны, этой кожи, она же из кожи сделана. И, кстати сказать, это кожа, анализ кожи нам даст еще не только это палимпсест или не палимпсест, но еще даст возможность датировка. И место происхождения животного, которого использовали, или животных, которые использовали для создания этого кодекса.